Всем привет! Итак, мы приготовили латте на нашем аппарате. Сейчас мы выполним очистку. Для того, чтобы выполнить очистку, мы убираем нашу чашку с латте. И я ставлю сюда другую чашку. Можно, в принципе, без чашки очищать. Здесь есть специальный отсек, с которого можно потом все вылить, почистить и все. Но мне так больше нравится, так чище, оно не разляпывается. Для каждого, конечно, по-своему. Но, в принципе, здесь продумано, что можно очищать без чашки. Итак, наш регулятор переводим в положение очистка. Воду проверили, есть наличие. И задерживаем нижнюю кнопку, где написано очистка, 3-4 секунды. Все, очистка паром и горячей водой выполнена. Теперь можно выключать нашу кофемашину, вытаскивать емкость для молока. Ее также остатки выливаю и просто промываю под проточной водой. Также удаляем наш рожок поворотом назад и просто вынимаем. Выбрасываем мусорку и тоже под проточной водой протираем. Все, рожок чистый. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам было полезным. Пока-пока.